первый раз я станцевала «Жизель» в 17 лет, поэтому эта партия так много лет уже со мной. Пошло. Я искала партнера для балета. И мне кто-то сказал, что Сергей Полунин прекрасно делает . Да, я слышала о нем всякие истории, о том, что он может быть разным. Но тем более мне стало интересно. Там я осталась. Сережа совершенно другой в зале и на сцене. Иногда кажется, что он просто даже стесняется выкладывать свои эмоции. Не то, что не хочет, а просто стесняется открывать свои эмоции, свои чувства. Я последний сделал. Но тут иллюзия чуть-чуть. Никаких иллюзий. Я не буду реагировать. Ну хотя бы. На сцене много-много по-другому. На сцене он, конечно, совершенно другой. Конечно, более всегда откровенный. И это даже как-то интересно, потому что получается какая-то живая такая история, какие-то новые совершенно чувства, эмоции.